Я Герасимов Владимир. Вот такой был пару лет назад. Да, современный образ жизни и работы, если она не связана с физическим трудом, подразумевает частое сидение за компьютером, отчего развивается тело, но, к сожалению, не в тех местах. Узнав о программе «100-дневный воркаут», сразу же записался на нее осенью 2017 года. Все было интересно, познавательные инфопосты, календарь 100-дневки, видеоинструкции, новый материал. Сразу хотелось большего, из-за чего получил травму и пришлось отказаться от подтягиваний. Далее был уже осторожней и понемногу двигался по программе. Порадовал возможность общения с участниками программы, да и сам организатор Антон Кучумов не обходил вниманием простых участников, что очень приятно. Первую 100-дневку прошел так себе. Результаты были, но ими не был доволен. С нетерпением ждал нового запуска программы. В промежуток в 2 месяца тренировался в темпе, заложенном 100-дневкой. Вторую 100-дневку весну 2018 года начал осознанно и уже в звании куратора по городу Торжок. Все было легче, уже привык к темпу, упражнениям, больше выходил на площадку, уже появились друзья, единомышленники, стало интересней. Что дала мне 100-дневка? 100-дневка дала мне больше сил, подготовки, подтянутости и выносливости. Задала новый темп жизни, больше активности и полезного времяпрепровождения, желание изменить самому и привлечь людей к спорту. Я хочу, чтобы молодежь считала модным и крутым не сигареты и пиво, а турники и брусья, чтобы люди были красивыми и здоровыми, чтобы осведомленность в вопросах питания и тренировок была выше. Мне хочется, чтобы больше людей задумывались о своем здоровье. Всем создателям программы огромное спасибо!